Более 1000 человек доставили ночью корабли ТОВ из Хасанского округа во Владивосток. Флот прибыл на помощь по поручению президента России Владимира Путина и просьбе главы Приморья Олега Кожемяка. В спасательной операции задействовали гидрографическое судно, морской водолазный бот, пожарный катер и большой десантный корабль «Николай Вилков». Именно он и доставил из Андреевки основную часть жителей и гостей Приморья. Это больше 900 человек и 34 машины. Корабль прибыл ночью на причале морского вокзала. В зале людей встречали руководство Министерства ГОИЧС, Минтранса Приморского края, МЧС и полиция. Люди выразили благодарность за организацию такого рейса. Среди них много приезжих не только из разных районов Приморья, но и из других регионов России.